Я работала 25 лет медиком, зубным техником в Омском улусе, село Хону, в центре. С малых лет я родилась тут, со стадой связана с малых лет. Поэтому мы тут находимся. Вышла на пенсию и переехала в село Сосыр, свой родной Сосыр, чтобы помогать своим родичам. Сперва работала чумработницей, сейчас уже на отдыхе. Вот, сама шью, занимаюсь шитьем традиционным. Делаю ровдугу, шью меховые одежды. Вот. И учу своих внуков. У меня три внука, одна дочка. Дочка работает в Якутске. Они живут в Якутске. С Якутска приезжают сюда, чтобы не забыть свой эвенский язык и культуру, и традицию. Вот, поэтому их с малых лет учим традиции оленевода, оленеводами. Олени, эвен без оленей не эвен. И мы хотим, чтобы это продолжалось много лет. Мы вот эти взяли вот это стадо, мы потомки, мои предки, моя мать Мария Афанасьевна Слепцова, в этом году, если бы жива была бы, ей было бы 95 лет. Сегодня исполнилось бы 1 июля. Вот. Мы почтим ее память сегодня, будем чтить. Вот. Отец Слепцов Степан Григорьевич, он оленевод. Чемпион республики был. Вот они, у них семеро детей. И все шестеро родились в этом в стаде, в палатке. Я одна родилась только в больнице, поэтому, наверное, я стала медиком. Вот. Про нашу семью так. Мама работала чумработницей. Жаль, что отец рано умер. И все равно, когда отец умер, все равно мама осталась со своими оленями. И она нас поднимала на ноги всех. Мы все учились, отучились, все работаем, проработали. Все этот самый в своем районе. Мои сестры все педагоги, воспитатели. Вот. Что еще могу сказать? Вот сейчас мы счастливы, что у нас есть олени. И счастливы из-за того, что мы ездим по тропам своих предков до сих пор и учим своих детей и внуков. Вот моя дочь. Мока! Камера, внуки мои. Вот мои. Артемка, Антошка. Вот мой будущий оленевод Артем Иванов. А вот Антоша Иванов, Антон Иванов, будущие оленеводы. Они первый раз в этом году приехали в лагере Гарпанга. Этот лагерь существует 20 лет. И начальник этой лагеря моя сестра Зоя Степановна Садовникова. Вот старшая моя внучка. Она сейчас уже пасет оленей, чумработница по всем. Она шьет тоже, выделывает со мной этот самый ровдугу. Ее учу шить и делать. И поет, танцует по-эвенски. Они тоже эвенский язык учат. Абдурагамы кушаем.